В республике Коми работает делегация из Чувашии. В ее составе члены кабинета министров, представители бизнес-сообщества. В программе визита посещение промышленных предприятий, встречи и презентации. Сотрудничество надо расширять, уверены обе стороны. Соответствующее соглашение подписали сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев и глава республики Коми Сергей Гапликов. Чувашия и Республика Коми в свое время уже подписали договор о дружбе и сотрудничестве, кстати, бессрочный. Было это в 1994 году. Сегодня стороны подтвердили готовность развивать взаимовыгодные отношения. Товарооборот между Республикой Коми и Чувашией в прошлом году составил около 300 миллионов рублей. И цифра может и должна быть больше. Основные поставщики – предприятия нашего электротехнического кластера «Химпром», «Лара», «Конт» и другие. Из Коми в Чувашию завозится химическая продукция, комплектующая изделия, ткани, продукты лесопереработки. По мнению всех участников встречи, соглашение придаст дополнительный импульс сотрудничеству, позволит предпринимателям обоих регионов более активно использовать имеющиеся возможности и открывать новые. Кроме того, как особо отметили Капликов и Михаил Игнатьев, в планах развития не только экономического и торгового сотрудничества, но и укрепления культурных и межэтнических связей.